Приветствую вас. Если говорить в общем, Дмитрий, то те чувства, которые вызывает ваш рассказ, да, это ощущение тяжести от ответственности, которую, ну, которую вы чувствуете, ощущение тяжести, ответственности, которую вы ощущаете. Это первый достаточно такой важный момент. Второй момент – это то, что вы, собственно, пытаетесь быть не тем, кто вы есть, как мне показал, исходя из того, что вы описываете, исходя из того, что вы описываете. Вот. И третье, это неумение обращаться, как мне кажется, с болью, с, с негативом своим. Вот. И так далее. И мне кажется, что то, что вы описываете, страйк потребности в контроле, вот, эти внутренние конфликты, в купе со страхом неудачи, конечно, вас очень сильно истощает. Плюс ко всему, вы не доверяете себе, вот, и, соответственно, вам постоянно нужно какое-то подкрепление извне, как мне кажется, как мне видится. Вот. Что, конечно, вашей, ну, вашей жизни не облегчает. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал бы вам учиться разбираться в себе, да, учиться лучше себя чувствовать и уметь обращаться со своими чувствами, со своей болью, со своими страхами, признавать их, вот, и проживать, потому что, несмотря на свою чувствительность, мне кажется, очень многие вещи вы просто не проживаете. Ну, то есть не даете себе возможность такой прожить. Опять же, это мое мнение такое. Вот. То, что я могу сказать вам. Тревожность, панические атаки в вашем случае могут возникать еще и по другим причинам. Например, по причинам того, что вы не можете говорить нет. Ну, вы не говорите нет. Вам сложно это делать. Сложно говорить нет. Причина того, что вы зависите от людей вокруг вас.
достаточно ощутимо, достаточно сильно. Вот. Нуждается в этих людях. Ну, нуждаться-то в людях нормально, а вот как раз может быть то, что вы чересчур нуждаетесь в людях. Это вот момент такой, ну, такой достаточно серьезный, как мне кажется. Вот, поэтому, конечно, хочется вам в этом помочь, и хочется вам, хочется, чтобы вам было легче, конечно. Вот. Не всегда это получается, да, не всегда. Не всегда. Так вот. Выходит. Но мне хочется верить, что это возможно. Вот. То, что я могу вам сказать. То есть ошибка, на мой взгляд, ну, ваша ошибка заключается, на мой взгляд, в том, что вы надеетесь все разумом. Преодолеть. Вот. И хотите, ну, условно говоря, решить все вот мыслями. А это так не работает. Если вы понимаете, конечно, что я имею в виду. Это, ну не работает таким образом. Вот. Поэтому мои рекомендации были бы именно такие, ну, больше, да? Поисследовать себя, вот, исследовать себя, свои чувства, свои ощущения. Вот, и как-то вот уже, исходя из этого, смотреть на то, что вам с этим дальше можно делать. Вот. А вот примерно такой ответ я бы вам дал. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, если вам, конечно, это, ну, интересно. Если вам это важно.
Потому что, ну, опять же, может быть, вы хотите только успокоиться. А вы правы отчасти насчет химии. Вот, потому что химия действительно в данном случае неэффективна, ну, по крайней мере, не настолько эффективна, вот, чтобы вам добиться того результата, который вы очевидно хотите. Мне кажется, что результат немножко другой будет. Вот. Потому что, ну, это не решает проблему. То есть проблема именно вот вашего восприятия, вашего отношения к себе, там, к ребенку, к отцовству, например, вот, может быть, как какая-то готовность к родительству здесь тоже важный, ну, такой достаточно важный момент. Вот. Поэтому вот это все, конечно, хотелось бы на все это обратить ваше внимание. Хотелось бы. Вот. То есть я бы поработал в большей степени бы над автономностью. Ну, ваша автономность. Понимаете, да? Вот. Я бы поработал именно над автономностью. Чтобы вы были более устойчивы к тем вызовам, трудностям и проблемам, которые, ну, которые выпадают на вашу долю. Вот так вот скажем. Да? Вот. Это, мне кажется, достаточно важным моментом. Потому что вы производите впечатление человека, который, ну, возможно, боится сделать такой вот шаг вперед во взрослую жизнь. Так-то фактически вы уже находитесь, так-то фактически вы уже во взрослой жизни. Вот, так-то фактически вы уже живете этой самой взрослой жизнью, да, но как бы окончательно в нее вступить, как мне кажется, вы боитесь. Я понимаю, что, может быть, я не прав, вот. Я понимаю, что
может быть, понимаю всё неверно. Вот, но мне видится такая история. Так мне это видится. Ну, опять же, да, там, вот. Ага, с точки зрения психологии, конечно. С точки зрения психотерапии. Вот, такой ответ. Давайте, наверное, мы с вами сейчас на этом закончим. Вот, потому что... на что вам нужно обратить сейчас внимание, это на суть происходящего с вами. То есть вы говорите о симптомах своих. То есть вот у меня панические атаки, тревожность, мнительность. И я вас понимаю. Да? Понимаю. Но как это образуется? Как это образуется? Как это происходит у вас? Вот на этот вопрос вы не отвечаете. А это крайне важно. Понимаете? Ведь вы как-то в этом состоянии оказываетесь. Это система, понимаете? Это система, в которой, ну, вы живете. Просто определенная система. Вот. И в самой по себе системе, самой по себе системе, нет ничего плохого в системе. Но она, эта система, может вам вредить. Вам эта система может делать больно. И мне кажется, что она уже делает вам больно. Понимаете? В чём штука? Мне бы не хотелось, чтобы вам было больно. Поэтому, собственно, так важно обращать внимание на те вещи, на те моменты, смотреть, на которые я пытаюсь обратить ваше внимание. Вот. То есть это не что-то такое праздное, это достаточно важный момент здесь. Вот. Постарайтесь таким образом раскрыть именно суть ваших состояний. Именно суть ваших состояний. Раскрыть. И тогда есть все шансы. Значит, на то, что вы сможете с этим работать. Пока что, понятно, что вы говорите очень в общем.
и, возможно, даже в глубине души надеетесь не погружаться туда, ну, глубже. Вот, ну, тем не менее, это необходимо для того, чтобы лучше о себя узнать. Вот, к сожалению. По-другому никак. Вот такой ответ я хотел вам дать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, и с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы, надеюсь, что мой ответ найдет у вас какой-нибудь отклик, вот, ну, какой-то отклик, надеюсь, найдет у вас мой ответ, потому что мне бы хотелось, чтобы вы начали продвигаться не обязательно быстро, не обязательно с огромным успехом, это не так важно, вот, но чтобы вы двигались. Чтобы изучали, исследовали бы себя. Вот. Это было бы очень круто, если бы вот, ну, такая ситуация, да, начала бы происходить. Вот. Поэтому я хочу пожелать вам всего доброго, я хочу пожелать вам всего самого лучшего, я хочу выразить надежду, что вы начнете работать над собой, вот, ну, хотя бы, например, потому что у вас есть возможность, такая сейчас. Вот, вы все равно без жены и ребенка сейчас находитесь. Вот. Мне кажется, что вполне можно. Вот. Заняться собой, но это, понятное дело, решать только вам. Никто за вас это не решит. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что будет эффект. Вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи. И будем на связи, обращайтесь, если решите получить помощь.